Серная мазь простая, хорошее средство для лечения угревой сыпи местного применения, обладает противомикробным и противопаразитарным действием. Форма выпуска мазь для наружного применения. Дозировка 25 грамм. Количество в упаковке 1 штука. Производитель Борисовский завод медицинских препаратов. МММ Сера. ФТГ противочесоточное средство. Описание: мазь желтого или светло-желтого цвета. Состав. Каждая туба массой 25 грамм содержит действующего вещества, серы для наружного применения 8 грамм, вспомогательные вещества: парафин мягкий белый, вода очищенная, эмульгатор Т2. Фармакотерапевтическая группа средства для лечения угревой сыпи местного применения. Код АТХЗ-10АБ02. Фармакологические свойства. Фармакодинамика. Лекарственное средство обладает противомикробным и противопаразитарным действием. При взаимодействии серы с органическими веществами образуются сульфиды и пентатионовая кислота, обладающие вышеуказанной активностью. Фармакокинетика. При наружном применении мази сера и парафин, которые входят в ее состав, практически не абсорбируются в системное кровообращение. Показания к применению. В составе комбинированной терапии при заболеваниях кожи, себорея, секозе, микозах, псориазе и при лечении чесотки. Способ применения и дозы. Наружно. Лекарственное средство наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2-3 раза в день в течение 5 дней. Лечение чесотки: в первый день обработку проводят вечером перед сном после тщательного мытья под душем теплой водой с мылом. Мазь втирают в кожу рук, затем туловища и ног, включая подошвы и пальцы. После обработки кожи следует использовать только чистое белье и одежду. На второй и третий дни делают перерыв в лечении, при этом остатки мази не смывают с кожи. На четвертый день вечером пациент моется с мылом и проводит втирание мази как в первый день, используя оставшуюся мазь, и еще раз меняет все белье. Руки после обработки не следует мыть в течение 3 часов, а в последующем руки обрабатывают мазью после каждого мытья. В случае смывания мази с других участков кожи их нужно также повторно обработать. Мазь полностью смывают с кожи на 5-й день лечения. Побочные действия. В редких случаях возможны аллергические реакции. Противопоказания: повышенная чувствительность к лекарственному средству, детский возраст до 3 лет. Взаимодействие с другими лекарственными средствами. При одновременном применении с другими препаратами для наружного применения могут образовываться новые соединения с непредсказуемым эффектом. Взаимодействие мази с окислителями, раствор водорода пероксида, калия перманганата, может привести к химическому ожогу. Меры предосторожности. При применении мази в генитальной области из-за вспомогательного вещества парафина мягкого белого может происходить снижение прочности и разрывы латексных презервативов. Сера обладает достаточно высокой токсичностью, может раздражать слизистые оболочки, органы дыхания. Не допускать попадания мази в глаза. Руки после нанесения мази следует тщательно вымыть. Беременность и лактация: безопасность и клиническая эффективность применения препарата в период беременности и кормления грудью не изучались, поэтому применять мазь в этот период можно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Возможно применение лекарственного средства по назначению врача. Дети в возрасте от 3 до 5 лет. Возможно применение лекарственного средства только по назначению врача. Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами: применения мази не влияет на способность управлять автомобилем или работать с механизмами. Передозировка: явления передозировки при применении серной мази до настоящего времени не описаны. Упакована мазь весом 25 грамм в алюминиевую тубу. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона. Условия хранения. Срок годности 2 года. Не применять после истечения срока годности. Условия отпуска из аптек без рецепта. Информация о производителе. Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов, Республика Беларусь, Минская область, город Борисов, улица Чапаева, дом 64».